А хочешь, я тебя удивлю? Ну чем ты еще меня можешь удивить? Даже не представляю. А вот открой этот шкафчик. Вон тот. Ой, опа. Цветочек. Спасибо большое, так приятно. А какое-нибудь удивительное блюдо сможешь приготовить? Ну этим тебя удивить сложнее, но я попробую. Удивительно, насколько комфортной может быть кухня и как просто ее заполучить. Леруа Мерлен создаст кухню на ваш вкус по вашим размерам и наполнит ее техникой и стильными аксессуарами. Цены, между прочим, низкие и есть рассрочка на 12 месяцев. А проектирование вообще бесплатно. Сделаю йоркширский пудинг с карамелизированным беконом и глазуней, а? Карамелизированный бекон? Я не ослышалась? Что это такое? Удивляйся, удивляйся. Сейчас сама все увидишь. Что это, пустая сковородка? Это пустая сковородка, но очень горячая, потому что йоркширский пудинг готовят на очень горячей сковородке. Тесто здесь элементарное. Всего 3 ингредиента. Это яйца, мука и молоко. Оль, да. Замешивай 3 яйца с мукой. И, кстати, яйца и молоко должны быть холодные. Так тесто будет лучше подниматься. Видите, какая каша получается? Густая. И вливаем туда холодное молоко. Тесто должно настояться. Ставим его в холодильник. В горячую сковородку вливаем холодное тесто. Давай, Оль. И ставим в духовку. Будем делать карамелизированный бекон. Бекон нужно вытапливать. Жирок будет таять, а бекон будет становиться хрустящий. Но еще я добавлю сахарок. Нагрев должен быть прям самый слабый. Берем тростниковый сахар, потому что у него карамельный привкус. Посыпаем им бекончик. Удивляешь, Саша, конечно. На, бекон держи. С сахаром. Надо, чтобы цвет менялся, чтобы он поджаристый становился. Опа. Также посыпаем сахаром с другой стороны. На соседней конфорке готовим глазунью из 2 яиц. Все, выключаем бекон. Вот когда он дошел до такого цвета, прям уже карамельный. Пропитайте вот так вот слегка, быстро достаньте. И видишь, сразу липкий. И пускай остывает. Через некоторое время он будет такой, знаете, плотненький, сладкий и вкусный. К нашему завтраку добавим помидоры черри. Слегка обжариваем их прямо с веточками. О, смотрите, в духовке, Оля. Просто вот это бомба. Обалденно. Вот, смотрите, какой он воздушный. Здесь он подпекся. Его можно прям достать, положить в тарелку, а можно подать в сковородке. Яйцо будет играть роль соуса. Бекон. Видите, он такой плотненький, хрустящий, но в то же время карамельный. Помидорку черри и просто листиками базилика. Смотрите, какая красота. Супер вкусно. Вау, это просто невероятно. Угу. Божественно. Тесто, запеченное снаружи, вот такое вареное, красивое внутри. Ну что, удивил я тебя? Удивил так удивил. Ты вообще всегда удивляешь. За это я тебя и люблю. Вот. Леруа Мерлен поможет создать удобную, светлую, стильную и просторную кухню. С современным дизайном, освещением, встроенной техникой и по вашим размерам. Планировка бесплатна. Привезут и соберут. Кухня Леруа Мерлен станет вашим местом силы.